За свою жизнь я повидал в подводном мире много всякого. Такого, что дух захватывало. Дело в том, что если бы мы знали, что там, то мы не спускались бы туда. Спуститься в самое глубокое ущелье на Земле, Марианскую впадину, почти 11 километров в глубину. Последний неразведанный рубеж нашего мира. Моя мечта – построить корабль, который смог бы нас туда доставить. Мы собираемся сделать то, на что не способно ни одно правительство на планете Земля. Мы сделаем то, что никому не удавалось. Опускаясь на дно океана, нужно смириться с тем фактом, что есть сотня кошмарных способов там умереть. Нам придется столкнуться со смертью лицом к лицу. Оболочка лопнет, и я превращусь в мясной фарш за доли секунды. Он всю жизнь об этом мечтал, он просто обязан это сделать. Мы слишком далеко зашли, это уже не игрушки. Нужно быть предельно осторожными, если не хотим умереть. Ну, поехали. Момент истины. Ого, это плохо. Слишком много ошибок. У нас проблемы. Нужно его оттуда доставать. Наверное, ему казалось, что его живьем похоронили в стальном гробу. Еще неделю будем все восстанавливать. Обладатель премии «Оскар» Джеймс Кэмерон. Возможно, есть риски, на которые не стоит идти, учитывая последствия для твоих близких. Поставить на карту все. Погружаюсь по готовности. Все исследования рискованы, но если есть риск, значит оно того стоит. Чтобы осуществить свои мечты. Он сказал, что нужно узнать, что там, за грани нашего мира. Увидеть то, чего мы еще никогда не видели. Это и есть вся суть нашего исследования. Любопытство. Вызов бездне 3D. Скоро на экранах.